мы будем предлагать, конечно, по возможности недалеко от главной эстрады расположить локации, чтобы все это было компактно, в пределах видимости. Хотим, если получится у нас, мы очень на это надеемся, сделать зону для керлинга. Будет локация хоккея интересная. Ну, в общем, вот так вот. Пока всех секретов раскрывать не хотим, мы просто приглашаем всех от мала до велика к 12 часам 15 февраля в ближайшую субботу прийти сюда и побыть на этом празднике, поучаствовать в нем.